Ярославль готовится отметить годовщину Великой Победы. К праздничной дате все памятники, посвященные подвигу советских воинов, приведут в надлежащий вид. Всего в городе установлено 15 мемориалов, среди них «Вечный огонь», «Стелла» в Дзержинском районе и памятник матери за Волгой. С прилегающих территорий уберут весь мусор и прошлогоднюю листву. Кое-где необходимо восстановить плиточное и асфальтобетонное покрытие. А сами скульптурные композиции ждет влажная уборка. Мэрии города Ярославля выделяется примерно 2 миллиона рублей на ремонт памятников, в том числе и памятников, которые отнесены к 9 мая. Значит, нами за 11, 12 и 13 год проведен ремонт практически всех памятников, которые имеют отношение к 9 мая. Работы по ремонту памятников и прилегающих территорий должны выполняться периодически. Поэтому мы периодически выполняем по всему кругу, затем приходим снова в начало и повторные ремонты начинаем.